Он был 5 дней в розыске. За это время прошел 100 километров. 37-летний турист, который потерялся в лесах Катав-Ивановска, найден живым и здоровым. Житель Екатеринбурга пропал во время похода на гору Иремель. Он отбился от группы во время возвращения в село Тюлюк. И 5 дней скитался по лесам в районе Катав-Ивановска. Его спасло то, что у него был рюкзак, зажигалки и немного продуктов. Он сам вышел к деревне Махмутово и обратился за помощью.